Привет, это Surviving Крафтонов. Так. Что у нас здесь происходит? Стоп, у нас что-то развивается. Не хватает ресурсов. Опять-таки этих долбанных листов. А сколько их не хватает? 76. На что? Тут 13. Тут еще 3. У меня что-то потребляет эти листы, или что, я понять не могу. Ладно, мотаем. Мотаем, мотаем. А, вот еще. 6. А, ясно. Ну, наверное, да, так и выходит. А где он гуляет-то? Ты что, дурачок? По воде ходит. Посмотрите на него. Именно по воде? О, там кто-то пришел. К вашим воротам колонии подходит изможденная женщина, за плечами у нее старый поношенный рюкзак. Пожалуйста, поделитесь со мной лекарствами. Кричит она вам. У меня 4 детей, они постоянно болеют, я могу дать вам что-нибудь взамен. Зерна. Морковь или... Что это, арахис? А у меня морковь есть? У меня вроде моркови нет. Держи, у меня куча аптечек. Кстати, она может присоединиться к нашему поселению. Вот глупенькая. Присоединилась бы и все, и пользовалась бы этими лекарствами на халяву. Еще одно поле будет, там будет морковь. А еды у меня вообще целая куча, гора. У меня сейчас проблемы просто с ресурсами. Блин, какую отменить? Ой, какую уничтожить? Отменить. Долбаные унитазы, блин. Почему они загрязняются постоянно? Прям постоянно. Они могли бы сами все это чистить, сами за всем этим следить. Вот я бы мог сюда человека запихнуть, но тут слишком маленькая зона. Очень маленькая. Вот если бы можно было вот так все ввести, было бы нормально. Она что, и там работает? Ну, блин. Ладно. Не буду же ей запрещать. Стоп, там кто-то на тачке. Оба-на. Это у нас тоже, видимо, в колонию ушла. Минус здоровья. Угу. Так, ты. Ну да, иди собирай эти ненужные инструменты, которые у меня и так создаются. Ты. Да, двигай сюда. Потому что я как-то слишком много стал тратить эти очки и науки. Совсем расслабился, новые я не собираю. Зато много трачу других. Так, управление гневом, то есть арену мы сможем построить. Вот этот мужик. Мужик, я говорю. Болван тупой. Попробуй попади еще. Совсем обалдели. Видимо. Так, есть морковка. Батарею достроили. Теперь 17 тысяч, но они скоро у меня тоже все заполнятся. У меня слишком много энергии производится. 172, потребляется 68. Так, стоять, стоять, блин. Арена это для счастья? Серьезно. Ячейки колонистов 10. Блин, они будут там дохнуть или нет? Где вам арену-то установить? Вообще надо новые земли здесь охватывать. Может где-нибудь вот здесь? Блин, там деревья, не хочется деревья рушить. Раз вот здесь у меня... Хотя нет, пусть это рабочая область будет. Ну, например, вот здесь арена будет. Я же хочу всю эту карту обустроить.
Нет, не хочу. Ой. Ту карту, конечно, можно всю застроить, но это очень долго и бессмысленно. То есть все необходимое у меня уже сейчас есть. Зачем мне что-то еще? Она не сдохнет, если я возьму еще таблеток. Кстати, стоп, отмены. Надо новые сохранения делать. А то мало ли. Сохраняюсь в один и тот же слот. Ты. Ты. Я не знаю, иди дерись. Может. Ладно, собирай. Бомбануло. Ты у нас шел сюда. Тачка ехала сюда. Ну и это все. А, стоп, можно что-нибудь новое качать. Блин, не знаю. Вот это для тачек. Чисто. То есть бесполезная штука. Временное пристанище и палатка. Я такое давно не строю. Дорога. Я и дороги-то не строю. Крыши. Образование. Комфортное жилье вот можно прокачать. Блин, 4 человека там живут только. Уличный фонарь, средний уличный фонарь. Ну все, уже по сути им и качать нечего. Пусть будет школа. Так и быть, пусть школьники туда ходят. Ну хотя, стоп, как она будет работать? Значит, там и учитель должен быть. Так ведь получается. Блин, почему здесь нет иконки своего убежища? Почему я должен его искать? Где оно? Он нам дает... Что это, монеты? За рыбу, за доски. Куртки. Зерна подсолнуха. Ну давай вот это возьмем. Готово. Еще одно поле можно построить. Собраны все ресурсы. Это где? Стой, 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 стой. Оба. Ты, что по здоровью? Все супер. Мне нечем здесь заняться. Все. Я сделал все, что можно было. Мне осталось только прокачать все, что есть в науке, и все. Ну просто потом что делать? Добывать пластик и железо зачем? Зачем оно мне нужно, если у меня, по сути, есть все необходимые здания? Энергия у меня добывается. Правильно ведь, правильно. Еда у них есть. Даже слишком много. Поэтому все, можно с этой игрой уже и заканчивать. Вот что я думаю. Поэтому осталось мне недолго в нее играть. Может, это последний раз, может, следующий. Но потому что все, делать реально нечего. К сожалению. Цели здесь какой-то глобальной нет. Со сценарием. Если просто только хочешь повыживать, то самое то. Но мы выжили. Наша цель выполнена. Стоп, а где я хотел построить? Ну, здесь будет арена. Это ладно. Столько места, и вот даже застроить его толком нельзя. Так, давай, работай.
А, вот, это база. И тут нужны опять же эти листы. Вот это уже загрязнили. Серьезно? Это вот может из-за этой лужи? Вот это у нас что очищает? Уже ничего. Как так-то? Вот это иди расчищай. Не, ну можно еще одну такую поставить. Где она? Так, металла. Вот здесь. Еще одна рабочая зона будет. Обеззараживание. Ну все, мы, считай, вот этот участочек тоже обустроили. Вот это обустроили. Сюда им воду провести и все. Потому что когда они захотят пить, они побегут туда. Пусть будет где-нибудь башня вот такая. Просто так стоит. У меня же воды в избытке. Ей некуда накапливаться. Как и электричество. Они еще много недель смогут потом на этом электричестве жить, если все отрубить. Солнечные панели реально бесполезные, мусор. Ну ладно, пусть хоть днем работают. Да блин. Не то я хотел сделать. Не туда я кликал. Так, ты... Мастер... Бесконтактного боя, иди сюда. Вообще, я хотел школу построить. Блин, мне что-то про металл писали или чё, надпись исчезла. Я уже забыл, что там было. Надо было сразу вернуться. Игровые автоматы, зачем они нужны? Да, и выйти оттуда немного счастливее, ну конечно. В игровых автоматах, наоборот, обычно проигрывают. Сохранение... знаний. А вот это что, простые украшения? Набор скромных украшений для скромной колонии. 4 часа. Ну, давай следуем за 4 часа-то. Что мне писали? Вот, загрязнено про это, да? Но ведь я его чищу. По крайней мере, я послал людей. Школа-то где? Вот они не могут чуточку быстрее все это строить? Радар? То есть радар надо строить? Я-то думал, это автоматически будет. Вот здесь бы его где-нибудь поставить, но здесь вообще на вершине строить нельзя. Нигде. Ни на какой горе. Пусть у нас где-нибудь вот здесь радар, например, стоит. Такой, типа. Оп. Надо все посмотреть, чего у меня нет. И все это построить. Не, ну разумеется, я не буду строить обратно вот кухню. И что у меня там? Медицинскую палатку. И колодцы. А где школа-то? Я же школу изучил или нет? А где баня? Я же баню вроде тоже строил. Школа. Школа пусть будет, например. Вот здесь. Рядом с поселением. Но баню-то я...
Блин. И проверить никак нельзя, да? Я здесь кого-то не послал или что? Или мне показалось? Да. Ясно. Баня. Вот она. Так. Группа выживших. Добрый день. Конечно, мы вас берем. Склад до сих пор не достроили. Какой переполнен у меня? Никакой. А, ну это хорошо. Еда-то куда складывается? Вот сюда? То есть огромная вместимость, несмотря на то, что у меня почти 1000 еды. Теперь потребление уже больше. 40. Ой, 31, а 40 производства. А, я ничего не изучаю. 8 часов. 8 часов. Роскошные украшения, жилье, изготовление оружия, оружейная мастерская. Требуется металл и детали. Ну, не знаю. Загрязнено. Сколько можно? Его вообще не очищают, уроды. О, базу достроили. Основать аванпост. Вот. Я так и подумал, то, что надо сначала на своей вонючей базе это построить. И потом я смогу основать. И они должны, по сути, туда скидывать весь хлам, который у них есть. Но я не знаю, они там смогут хилиться вообще, нет? Например, я поставлю вот здесь. Автоматически переправляет собранные ресурсы в колонию. Только сначала прикажите специалистам отнести ресурсы на аванпост. Вот, например, ее вот посылаем сюда. И посмотрим, будет она хилиться или нет. Если нет, то это бессмысленно. Я же не могу их хилить. Так, иди в бомжатню. Ты у нас дерись. Кунг-фу мастер. Да. Получил по своей лысой голове. Стоп, а здесь ничего больше нет? Ты что, издеваешься? Ладно, садись в эту тачку бесполезную, которая сейчас сломается. Окей. А стоп, ты. Да ты, я говорю, куда ты прячешься? А ну вали. Ты. Вот, иди сюда. Да, или потом можно вот этого послать. Ладно, иди вот сюда. Вон сюда, а вот этот туда пойдет. У меня вроде еще кто-то был на базе, нет? Вот она. Ну ладно, она не отхилилась. Как же медленно строят. Может мне металл купить? У меня носильщиков теперь много, погоди. Центр торговли. У меня же есть деньги. Толку мне от них. Никто не продает металл. Неплохо. Зачем вы вообще здесь нужны? Не вали отсюда.
Металл, металл, металл. Нужен металл. Ставим здесь высокий приоритет. Ты. Вот здесь, по сути, тоже наука есть. Ладно, открой вот эту зону, потом иди за наукой. Ты у нас идешь на базу. Вот у меня бетона полно. Лекарств полно. Вот этой ерунды полно, хотя я ее даже не произвожу. Еды полно. Что же здесь было? Ясно. Этот куда шел? Теперь он идет драться, неважно. Почти убил. Молодец. Так. Ты. Влезай из тачки. Неудобно то, что нужно влезать за энергию. Это очень глупо. Так, иди дальше. Кто еще? Все. Сейчас мне нужен металл, блин. Добывается очень долго. Погодите-ка. Не, металл у меня не так добывается. Так, у меня только бетонные доски. Отстой. Ладно. Но почему вот это так медленно работает? Ты, наверное, можешь уже идти. Опять придется направлять куда-то с самого начала. Оба-на. Так. 5 в день, блин. Сколько мне требуется? 132 уже. А производится 9. Вот если наладить производство металла и пластика, то все. Ну и бетона. То действительно делать уже нечего будет. Но по сути у нас есть еда, все, остальное это побочная фигня. Башню достроили, молодцы. Ты у нас идешь за наукой. Ты у нас обратно в бомжатню. Ты дерешься, драчун. И что там? Жуки. Ясно. Ладно, собирай. Наверное. Не зря же ты сюда шел. Ты у нас бежишь сюда. Ты. Здесь собираешь? Ты. Сюда бежишь. Все, никого не пропустил. Комфортное жилье. Как оно выглядит? Блин, где оно? Дом? Мы сделали дом? У меня разве... Не было дома? А, да, дом называется. Так, на это украшение. Двухэтажный дом. Вот что надо прокачать. 8 человек уже сможет жить. Давайте достраивайте. 128 надо еще. Да блин. Вот это скоро может валить на карту.
Ферма у меня всего одна. А почему я не могу собрать? Почему это красным? Непонятно. Собирай давай, молча. Хватит бубнить. Вот этот получил. Этот берет жуков. За 3 раза соберет. Науку. Нормально, сразу с 3 источников собираем, и вон сколько стало. Целая куча. Опять очков. Но теперь-то, наверное, точно мне больше не нужно. Мне не так много осталось всего прокачать. То есть 300, 300, 600. Вот это можно прокачать. 800, 1000, 1200. По мелочи 1300, 1400, 1500, 1500, и вот это все будет прокачано. Ну да, я думаю, мне хватит этой энергии, чтобы все прокачать, вообще все, что у меня сейчас есть. Ну ладно, я на всякий случай соберу еще. А то мало ли. Иди сюда, наверное. На той карте-то делать больше нечего. И не нападает никто, видимо, и видит, какие у нас здесь классные ворота. Штаны наложили нападать. У меня много носильщиков. Несущие стены. А, мы можем дом построить, да. Двухэтажные, то есть это отдельная фигня. Ну, например, вдруг вот здесь у меня будет новое поселение где-нибудь. Но приоритет здесь пусть будет низкий. Или пусть там какая-нибудь зона отдыха будет, развлечение, кинотеатр. Давай качаем. Надо было и школу там ставить. Вот у меня материалов недостаточно. Это очень плохо. Вот если бы вот это достроили, здесь не хватает 4 листов. Тихо. Может, ты предложишь мне железо? Оба-на. Я не могу. Блин, зачем мне твой мусор? Он вот предлагает мусор. У меня вот эти штуки не производятся, это я столько насобирал. Не пойдет пока. Стоп, вот эти детали у меня делаются. А остальное? Вот это я сделал? Нет, я это не сделал. Я не знаю, я это установил вообще где-нибудь? Необходимо разместить рядом с подземными залежами? С какими? Залежами чего? Залежами чего? Отменить. Ну я вот и здесь могу же поставить. Что за бред? Какая-то ерунда бесполезная. Ну блин, быстрее. Почему это нельзя пропускать?
Почему я обязательно должен ждать, пока закончится действие? А мне за остальных очки-то вообще дали? Или здесь мало было? Вот здесь 30 листов. И здесь 30 листов. И потом можно обратно переться. И людей же полно, относительно. Строить ничего не хотят они. Какая штуковина? Вот это очищает вообще? Так, сколько еще надо? 167. Неплохо. То есть потребности только растут. Но рано или поздно я все прокачаю. Нет ведь смысла делать два этих кинотеатра или что там. Две арены. Ну, блин. И... Даже не знаю, но пусть это собирает. Это, по сути, бесполезно. И не нужно. Ладно, собрали. Опять это надо чистить. Много слишком носильщиков. Почему они вообще по воде-то ходят? Они что, с ума сошли? Здесь два человека. Это ладно. А, может, вот почему у меня металл-то тратится с дикой скоростью. Потому что у меня еще и производство было. Два листа целых уходило. А я про это забыл. Не, ну пусть будет человек, но это остановлено. Дом лесничего. Блин, мог давно сюда строить. Каждый раз ведь по-любому хватало по два листа. Типа, о, это мне? Спасибо. Ожидание ресурсов. Так, два человека, два человека. Ну все, наверное, сейчас чуточку быстрее все это строительство пойдет. Один и тот же человек занимает два слота, неплохо. Просто носильщиков очень много. Пусть уж лучше так. Что у них по настроению? Пора вымыться. Но баню они себе строить не хотят. Аномальная жара. Почему мне так мало воды? А, хотя у меня есть запасы вон. Огромные. Больше 2000. Поэтому это не проблема. Вода не проблема, еда не проблема. Электричество не проблема. А, собрала?
Может, пусть... А, нет, у него жизни нет. Ну вот. Драндулет сломался. А он не сюда шел, он шел вот сюда. Слабак еще ударил так слабенько. Этот что делает? Собирает ненужное барахло, ура. Этот. Ясно. Теперь мне эти детали-то уже не нужны. Вот в чем смысл. Оба-на. Это хорошо. А я могу приоритет высокий поставить? Да он задолбал каждый раз приезжать. Инструменты не нужны, что есть еще? Нет, мне ничего не нужно, он может уже не приезжать. И вот здесь, если установить высокий приоритет. Сколько? 14 производства. Стоять. Вот это убирай. Убирайте. Их же там двое. Так. Не сдохни же. Угу. Не иди лучше к этим очкам. Металл надо завести к себе домой. Все, вали в колонию. Это что делает? Радар. Не хватает металла. Вот 5 металла. И его никто не хватает. Для глупого производства. Построить бы все это. Стоять. Развлечения. Кинотеатр. Вот этот городок будет называться «Новая жизнь». И игровые автоматы там будут. Стоп, а в баню они много вложили? Да, а в школу? Вот это что, вырубка лесов? Дом лесничего где? Пусть обратно все высаживает. Опять очищать надо. Там еще кто-то зараженный ходит. Почему вот эта вот штука не загрязняется? А вот здесь точно такая же стоит хижина. Она загрязняется. С
Странная ерунда, и вот это постоянно загрязняется. Может, это типа бага? Так, один человек пусть свободен будет. Все равно у них работы нет. Ладно, вали в колонию. Колонию. Где он? В машине сидит? У него же куча здоровья. Стоп, где он? Да блин, вернуться же. Ладно. Что у этой по здоровью? Так. Стройте, давайте быстрее. Строительство завершено, надежный склад. Они наконец-то достроили склад. Вау. 14. Еще что-то закончили. Что второе-то, блин? Придурки, вот как это раскрыть-то? Крупный бизнес. Да он задолбал, он теперь постоянно будет приходить, что ли? Что еще есть? Не пойдет пока. Нифига, он приезжает. Почему вот, как у меня написано, три здания. Как переключить дальше? До этого было написано то, что они что-то достроили. Что они достроили? Блин, там какая-то точка собрана, все ресурсы. Собраны все ресурсы, это к чему относится-то? Ясно. What's up? Иди открывай вот эту территорию. Еще босс. Ты... вали. Ты собирай. Ты... вали, ты собирай. На два раза здесь точка для него. Ты вали. Сколько? 6 ходов требуется. Да блин, собирай. Ты... ну, блин, быстрее. Почему это нельзя пропускать? Это вот так неудобно. Почему я должен ждать, пока они это закончат? Тут и так все очень медленно происходит. Они еле продвигаются. Так еще и сиди и смотри. Ошибись. Блин, посевы гибнут. Я про посевы-то забыл. А у меня все сдохло уже. Я забыл то, что перед жарой надо собирать. У меня же в бочках есть. Баланс минус 14. Но пусть пьют из бочек. Пусть насос достраивают и все. Высокий приоритет же. Ладно, уходим в минус. Вон они пьют из бочек. Мне это устраивает. На жару точно хватит. Может, они еще и достроят вот этот насос. Тогда я и в плюсе буду. Надо всего лишь 16... металла. У меня 5 есть. Так, вали быстрее.
ты. Что с тобой делать? Территорию мы теперь все открыли? Нет закрытых, да, получается? Всю карту открыли. Так и живем. Ты у нас куда шел? В колонию? Так, бомбануло. Ты можешь побыстрее? Собирай таблетки вонючие, бесполезные. Лекарства у меня выше крыши. Мы много чего залутали. Блин, может его домой отвезти? У него есть много материалов. Блин. Или послать его драться? 2.17 у него урона. Что он так мало отнимает? Вот бомж. Люди с нулем бьют сильнее. Блин, очищайте эти унитазы, задолбали. Они достроили? Они почти это достроили, экстрактор бетона. Сколько у меня сейчас производства? 7. Потребление 28. Большая башня. Вот это значит, что и воды не хватает, да? Но ничего. Ничего. Все будет. Это еще тупые, пейте из бочек. Они одну выпили уже, выхлебали полностью. Где вонючие листы? Блин, где эта женщина? Почему так далеко? Она же быстрее дошла вот до этих точек. Это она такая тупая, что маршрут такой долгий построила? Или что? Че, мне колодцы там, что ли, строить? Да быстрей! Задолбала меня эта карта. Нечего больше про нее сказать. Ясно, его пора домой тащить. Пока он не сдох. Я не знаю, стоит ли драться. Очень слабо. Он лох какой-то в драках. Они пьют по 16. Два листа нужно. И заработает насос. Два листа. Круто, круто, давайте. О, игровые автоматы. А здесь нет входа какого-нибудь? А, вот он. Я понял. Что вам еще качнуть? Молниеотводы вот эти. Давай качнем. Просто вложите сюда два листа. О, ночью им становится нормально. Кто-то сдох. От жажды. Он не мог пойти попить, что ли?
А, то есть вообще эта жара прошла? Садись в тачку, бомж вонючий. Так, собирай. Да блин, вы... Ну подерись, может в этот раз больше повезет. Ясно. Слабак, что я могу сказать. Вали домой тоже. Здесь, наверное, воды не было, они все из бочек выпили. Хотя вот 500. Для зданий накапливается. То есть они отсюда пить не могут? Отсюда? А вот из этих бочек? Мысли. То есть мне вот такие нужны хранилища, что ли? Чтобы они могли пить. Ну пусть где-нибудь вот здесь будет. Так, достроят как-нибудь. Ну, листы нужны. Куда они их потратили или их еще не произвели за этот день? Вот, вложили. Пусть строят. Медленно строят. Очень медленно. Так, ну теперь они все напились. Группа новая. Давайте. Там уже специалисты новые не приходят, просто люди. Ты лашпед, что ты вообще можешь сделать? Почему меня женщина выбрала? Выбрана, то есть. А показывали мужика. Сейчас бы подстава века была. Пошла бы не в ту сторону. Ну, рещи. Ну? Ну? Собирай оружие. Ты у нас домой едешь? Вот и едь. Ты. Бесполезное топливо. Собирай. Все. Один, блин, единственный насос решил построить. Они никак его доделать не могут. Прям как в реальной жизни. Бездомные, погодите-ка. Следовательно, вот дом есть где. Приоритет высокий надо ставить. Им же нужен дом. Насос достроили. Аллилуйя. 50 воды производит. Потребление все равно небольшое. Но можно здесь расширяться. То есть... Большой ветряк. Но здесь приоритет пусть будет низкий. Низкий. Энергия-то мне пока не нужна.
Также и на хранение. Батареи. Низкий. У нас здесь масштабная стройка идет теперь. И ресурсов не хватает. Специалисты готовы. Еще бы они были не готовы. В колонию. Ты не сдохнешь от такого? О, наконец-то. Сейчас все пойдет как по маслу. Строиться будут. Ты на что делаешь? У нее есть топливо вонючее, бесполезное. Может, пусть идет дерется? Все, на этой карте нечего делать. Кто бы мог подумать, загрязнение очередное. 60. Ну и сейчас-то они все построят. Что здесь не хватает для дома? Все необходимое есть. Дальше. Баню может вонючую достроить. Поставить ей тоже высокий приоритет. Пусть моются. Дальше. Школа. А они все листы уже куда-то утащили. Надеюсь, в дом. Было же 60. 179 еще нужно. Вы что? Вы с удивлением замечаете у ворот пожилую сгорбленную женщину со сморщенным лицом, напоминающим грецкий орех. Никто не видел, как она пришла. Хихикнув, женщина говорит вам: «Любите загадки? Тогда вот вам такая. Чем я больше, тем меньше у тебя останется». Что я? Болезнь, по сути. Дыра. Ну, дыра. Чем больше дыра, тем меньше останется. Высокомерие. Но это и к болезни можно отнести. Ну, пусть будет дыра. Вот умничка, все правильно говоришь. Конечно, умничка. Странная бабка, что за вопросы такие? Ну все, его пора домой возвращать. Ты. Все, этот уголок пустой. Винтовки вот эти только остались. Вернусь в колонию. Ты дерешься. И все, да? Да какой 170? Стоп! На что у меня тратится? Какое потребление? Здесь создается. Здесь у меня не тратится именно железо, ведь металл. Ну, блин, давай остановим на всякий случай. Ну, вот эта же штука отдельно делает и металл. Ну да. Ладно, пусть работает. Экстрактор. Нет, там лесник у нас водится. Блин, и этот здесь добывает.
Может, вот эту штуку вообще остановить пока? Свободен. Жилище-то где? Досок нет. Да уж. Чем больше зданий, тем сложнее за всем этим следить. Ну блин, а что у меня потребляет? Потребление 170. А сейчас у меня останется 160. Сколько у меня было? 4? 166 станет, нет? То есть вот 4 у меня схватили. И куда они ушли? Куда они ушли? У меня аж 4 был. А, да, 166. А, блин, а у меня прокачалось что-то уже? Что я сейчас прокачал? Вот эту штуку, да? Отводы. Блин, так это небольшая область. Раз здесь у нас все замечательно, так пусть будет здесь. Дальше. Библиотека. Качнем библиотеку. Вы. Вернуться. 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 Ты дерись. Так, еще кто есть? Ты. Собирай таблетки. Ну и по сути все, да? Ты у нас давненько вроде здесь торчишь. Да блин, да я на тебя наведусь. Давай вали. Шарлатан. Дома он решил отсидеться, умник. Никто тебе не позволит этого сделать. Иди дерись. Сражайся за еду. Ты. Иди за винтовками. Ну уже, я хочу, чтобы они все это достроили. 191 потребление. А доски, сколько не хватает? Потребление 13 всего. Зато целая куча дров. Как меня задолбали эти специалисты. Все, я думаю, следующий раз точно будет последним. Потому что действительно делать нечего уже мне. Просто строить остальное, ну, какой смысл? Это будет очень долго. Из-за того, что у меня не хватает ресурсов. Думаю, в следующий раз я докачаю. Все, что есть, и все. Как бы производство 14. Но, блин, не хватает. Что это вообще было? Подстава века. Людей полно, а смысла нет. Пластик. Пластик, пластик. Металл. Может, еще добывать где-нибудь металл? Бетон. Опять они готовы. Это чем занимается? Тоже идет домой. Это дерется.
Загрязнение. Стоп, эта штука у меня вообще что-нибудь сейчас обрабатывает, нет? Разумеется. Три человека торчит, а ничего не делают. Блин, как бы все три-то зацепить, вот. Пусть работают. Полно людей, никто ничего не делает. Что я прокачал сейчас? Сохранение здания от библиотеки, да? Изготовление оружия. Давай. Библиотека. Библиотека у нас тоже здесь будет. По крайней мере, могла бы быть. Насчет того, будет она там или нет, я не уверен. Блин, есть где-нибудь еще здесь металл на этой вонючей карте? Вот, есть. Но, блин, он будет туда идти полгода. И всего 30 листов. У тебя новая цель. Металл. 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 Очень далеко есть точка с металлом. Вот здесь есть точка с металлом. Сколько он будет идти? Ну вот 14. И сюда 14, да? Круто. Круто. Это еще куча дней должна пройти. Событий очень мало. Но пусть будет отряд. Так, добравшись до него, к загадочному поселению, они увидели высокую стену, преграждающую им путь. Похоже, что попасть за нее невозможно, пока колонисты ходили вдоль стены и думали, что делать. Дальше они услышали тихий голос оттуда и там. Кто-нибудь есть? Пожалуйста, помогите нам, нам нужно выйти. Очередной ритуал почти готов, моя семья просто не выдержит этого ужаса еще раз, эй. Давай помочь. Колонисты плюс 5. Они, конечно, ранены, но, блин, плюс 5. Какое мне теперь потребление еды? Неплохо. Бездомных теперь целая куча, как раз 8 не хватает. Блин. Жилище-то строится, подождите. Всему свое время. Я же не могу ускорить этот процесс. Ты куда шел? Достроят, не достроят. Баню достроили. Ожидание ресурсов. Каких ресурсов? 6 в день. Ничего себе. Ничего. Баня теперь не работает. Ты свободен. 6 в день. Они у меня столько не добывают этих бревен. Уж лучше пусть это на кухню тратится. Они сюда листы вкладывают, тут же низкий приоритет. Вы чё? И сюда вложили.
Ну вы чё, бакланы, это уже низкий приоритет. Низкий — это значит в последнюю очередь. Низкий идет после среднего. Вот бред. Изготовление оружия. Это бесполезное здание. Пусть оно будет. Блин, темно, ничего не видно. Где-нибудь вот здесь. Еще одна группа. Еще больше бездомных. Поздравляю. Везде нужны эти листы. Но тут у нас новое поселение, поэтому пусть все здесь стоит. Собрал. Теперь обратно пусть идет. Круто. Ладно, можно сохраниться. И закончить на этом. Продолжать дальше мы будем в следующий раз. И как я уже сказал, следующий раз будет последним, потому что в этой игре мне совсем нечего делать. Ну, то есть, мне осталось просто эти здания построить и все. И какой в этом смысл? Они мне ведь ничего не дадут. Вот это для радости, вот это тоже для их радости. Этот дом, это у нас игровые автоматы для радости. Это просто фигня, без которой мы и так хорошо жили. Арена тоже им для счастья нужна. Просто мусорные здания, бесполезные, на которые требуется очень много ресурсов, которые у меня никак не добываются. Вот в чем смысл. Ну, то есть у меня очень мало этого металла. Ладно, пока.